Для того, чтобы аптека могла торговать этим препаратом, Росздравнадзор как раз и выдает разрешение. То есть аптека должна соблюдать определенные условия для того, чтобы она имела право онлайн-торговли. И для того, чтобы это получить разрешение, соответственно, ей нужно обратиться в Росздравнадзор и предоставить соответствующие документы. Для того, чтобы нашим гражданам можно было безбоязненно купить лекарства и проверить эту аптеку, а имеет ли она право торговать, вообще торгует на сайте Росздравнадзора и на нашем сайте есть баннер, где написано «Реестр тех, кто получил такие разрешения, дистанционную торговлю». Проверьте, зайдите, посмотрите. Более того, чтобы защитить наших граждан от тех сайтов, которые торгуют незаконно, мы ежедневно блокируем десятки сайтов, незаконно торгующих лекарствами, лекарствами, которые не разрешены в Российской Федерации, лекарствами рецептурными. Поэтому мы защищаем.